Коллеги, добрый день. Компания Питерсервис приветствует вас на нашем вебинаре, посвященном продукту Skillbear. Меня зовут Сергей Сасов. Я выступаю в качестве модератора нашего мероприятия. Пара слов о вебинаре. Сегодня мы продемонстрируем вам HRM-решение, которое имеет две ипостаси. С одной стороны, это система, позволяющая решать бизнес-задачи по управлению персоналом и повышать его эффективность. С другой, это профессиональная социальная сеть, уровни организации. Продукт Skillbear был разработан Питерсервис 2 года назад. Однако за это время он уже дважды был премирован на номинации HR Brand Code. Skillbear изначально предназначался для HR-специалистов и руководителей компании. Поэтому в нем содержится масса полезной информации для принятия управленческих и кадровых решений. С другой стороны, он был оптимизирован под нужды бизнес-задач. Это позволило предоставить богатый набор инструментов Skillbear всем сотрудникам компании. Питерсервис уже 2 года успешно использует Skillbear для повышения эффективности труда, вовлеченности сотрудников, адаптации нового персонала, а также обмена опытом, знаниями и мнением коллег. Регламент мероприятия. Презентация у нас продлится, мы отвели порядка 1,5 часов. Из них 60 минут займет презентация, демонстрация, живая демонстрация продукта, плюс 30 минут мы отвели на сессию вопросов и ответов. Ваши вопросы вы можете задавать в окне чата. Сейчас я набью. Вы видите внизу окно, справа, снизу до окна. В него вы можете задавать ваши вопросы по ходу презентации. Эти вопросы я буду собирать, и в конце презентации мы непосредственно будем озвучивать каждый из этих вопросов и отвечать на них. Если у нас останется время, то мы организуем живую дискуссию, мы предоставим право на использование микрофона всем участникам, поэтому если у вас есть гарнитуры, то подключайте их, и тогда можно будет вживую задавать непосредственно нашему спикеру Татьяне Атановой непосредственно вопросы, вас интересующие. Отлично. Теперь давайте тогда начинать. Я передаю слово руководителю направления Skillbear Татьяновой Атане. Здравствуйте, я рада вас приветствовать. Сегодня я расскажу вам об HRM-решении Skillbear, название которого происходит от английского слова skill – навык, умение. Я хотела сразу бы затронуть достаточно меркантильный вопрос о деньгах, об HR-бюджетах. Мы знаем, это объективная реальность, что во многих компаниях бюджеты HR-подразделений формируются по остаточному принципу. Это печальная практика. В некоторых компаниях до сих пор не признают принцип, что кадры решают все. К счастью, есть у нас и другие компании, которые понимают, что автоматизация HR-деятельности принесет косвенные очень большие выгоды. И именно из бюджетов этих компаний складывается динамика российского рынка HRM-систем. Посмотрите, пожалуйста, на картинку в левой части кадра. Эту статистику дают аналитики T-Advisor. Они говорят о том, что рынок HRM-решений очень долгое время показывал хороший рост. Все радовались, глядя на то, как автоматизируется HR-направление. И затем где-то в 2012 году рынок подошел к точке, за которую он больше не движется. У нас вялость, у нас стагнация. И я боюсь, что 2015 год нашу статистику не улучшит в силу определенных экономических причин. Итак, аналитики говорят о двух причинах поведения рынка. Первое – это то, что большинство компаний, которые хотели автоматизировать HR и ставили приоритет на этом направлении, они это уже сделали. И о том, что эта цифра – это реальная емкость рынка, это реально столько стоят наши HRM-решения в России. И вторая причина, которую они называют, это то, что существующий софт для HR-задач достиг пика своей функциональности. То есть все, что он мог предложить, как управлять персоналом, он уже предложил. И дальше эта функциональность не развивается. Не появляются новые фичи,
нет интеграции с программным обеспечением соседних классов. Собственно, в эту причину мы сами уперлись в 2013 году, когда было решено сделать Skillber. Мы хотели иметь систему, которая решает всего несколько, но основных HR-задач, и мы не смогли найти программное обеспечение на рынке на тот момент. Если вы думаете, что мы ставили перед этой системой какие-то нерешаемые сложные задачи, то нет, я вам покажу, какие задачи мы ставили. Первый вопрос у нас был в полной базе компетенций персонала. Мы хотели знать, вы персонал, у нас работает 1000 человек, соответственно, профессиональный портрет компании у нас размывается. HR не могут держать в памяти такой объем информации. Даже по запросу топ-менеджмента, когда руководство спрашивает, какие у нас люди и какую задачу мы им можем решить, просто так это не вспоминается. Эта база где-то должна быть. Это схема общей экспертизы компании, на что мы способны. Второй вопрос, который мы решали, это повышение вовлеченности сотрудников. Как заставить людей эффективнее, при этом не перерасходовать премиальный фонд? Наверное, это основная задача и бизнеса, и HR, как бы люди работали побольше, а платить, давайте скажем, столько же. Третий вопрос, который мы решали, это оптимизация рекрутинга и мотивированная внутренняя ротация. Тут есть некий дуализм. Если нас сейчас слушают кадровики и рекрутеры, то вы прекрасно знаете, как трудно найти хорошего специалиста на открытом рынке персонала и как дорого приходится за него платить. И второй нюанс – это когда у вас человек… Вот у нас, например, люди работают годами и даже десятилетиями. У нас вот есть люди, которые 10, 15, 20 лет в компании отметили. Они сидят на одном месте, разрабатывают один и тот же продукт. Мы компания продуктовая. Им, естественно, надоедает, происходит какое-то эмоциональное выгорание. Задача HR этого не допустить, потому что топ-менеджмент всегда хочет видеть полную эффективность, полную отдачу от персонала. Таким образом, какая-то должна быть мотивированная ротация, чтобы люди от нас не уходили, чтобы сохранять своих специалистов в компании. И четвертый вопрос, который мы ставили к HRM-системе, это чтобы она транслировала корпоративные ценности в очень разнородный коллектив. У нас есть люди, которые работают с 70-х годов рождения, у нас есть люди из поколения Y, а они очень различаются между собой по взглядам на жизнь, на работу, по эмоциональному фону. В общем, все люди разные, простите мне эту банальность, и как-то надо было доносить корпоративные ценности, чтобы их разделяли любые наши сотрудники. В принципе, купив две или даже три HRM-решения, мы могли бы закрыть эти вопросы, но у нас были еще технические требования. Прежде всего, это не раздувать инфраструктуру, то есть решение должно быть одно, и решение должно быть не тяжелое, не кластерное. Во-вторых, не увеличивать штат для обслуживания программного обеспечения. Мы компания айтишная. У нас каждый специалист стоит очень дорого и в подготовке, и в дальнейшем его ведении. Поэтому мы бы не хотели задействовать свой персонал на обслуживание системы, HRM-системы. Не перегружать HR-блок работой по вводу данных. Мы прекрасно представляем себе многие HRM-решения, которые в диалоговом режиме требуют внимания HR. Они сидят, люди забивают туда данные и практически не общаются, собственно, с персоналом, хотя это их и есть основная обязанность – общаться с персоналом и управлять персоналом. И, наконец, последнее ограничение, которое у нас было к HRM-системе, это чтобы она всегда давала свежую, релевантную информацию на момент запроса. То есть, чтобы это был какой-то дискретный момент, вот в данный момент мы захотели запросить портрет профессиональной своей компании, мы его получили. Сколько у нас людей работают, в каких подразделениях, какие у них навыки, и идти ли нам за нужным специалистом на рынок, или на самом деле он у нас уже есть в компании, просто сейчас занят на другом проекте. Вот посмотрите еще раз на этот слайд. Здесь, в принципе, показано то, что умеет сейчас делать Skillber, потому что мы его писали именно для решения этих вопросов. И в результате получили систему, которая нас полностью устраивает. Как мы ее позиционируем? Дело в том, что вот это слово HRM-решение, оно, конечно, очень многолико. Что это такое? А автоматизация расчета заработной платы – это HRM-решение. А автоматизация кадрового учета – это тоже HRM-решение.
Большие системы по управлению талантами, вот сейчас очень модные эти системы, вот Human Resource Management, это тоже управление талантами, это тоже HRM-система. Мы взяли от HRM то, что было необходимо бизнесу, то, чего от нас требовал топ-менеджмент, и добавили туда инструментарий HR. Но, насколько вы помните, я говорила на предыдущем слайде, мы не хотели перегружать HR-блок работой по вводу данных. Поэтому мы взяли интерфейс от очень модного сейчас направления софта Social Networking Services. То есть мы решили эту систему, ориентированную разработку, чтобы у нее был интерфейс социальной сети, куда люди сами ходят и заполняют свой профиль. HR в профиль каждого сотрудника у нас не вносит ничего. HR и топ-менеджмент у нас просто пользуются информацией системы, которую туда вводит каждый человек в свой профиль. И, конечно, в Skillberry есть элементы систем класса ECM, то есть collaboration, какие-то группы, поддержка накопления знаний, поддержка прикрепления файлов, маршрутизации, ну, то есть небольшой инструментарий, я бы сказала, элементы электронного документа оборота. Поэтому я, когда вам рассказываю о Skillberry, я бы вот затруднилась в двух словах сказать, что это за система. Мы называем ее корпоративная профессиональная сеть. Но от соцсети там в основном только интерфейс и основной инструментарий. Давайте посмотрим, чему, собственно, помогает Skillberry. Бизнесу он помогает определить ценность своего персонала в данный момент, знать, какие задачи вы можете решить со своим коллективом. Руководителем всех направлений в компании он помогает сформировать эффективную команду или в свой отдел, или в отдельный проект, который вы ведете. Сотрудник имеет возможность Skillberry заявить о себе, показать свои умения, навыки и рассказать HR и своим руководителям, что он хочет развиваться в определенных направлениях и так далее. В результате Skillberry у нас получился модульным. В нем есть 6 основных модулей, вы их сейчас видите на экране. Это профиль сотрудника, его личный кабинет, биржа задач и вакансий, магазин корпоративной лояльности, отзывы и награды, а также технический модуль опросов и тестирования. Сейчас я вам про каждый из этих 6 модулей вкратце расскажу, а после презентации мы их увидим на рабочей системе. Вот так выглядит главная страница Skillberry. Посмотрите, это практически социальная сеть, где основная часть отдана под новости, под ленту новостей. Лента новостей набирается с помощью кнопочек, вы их видите, 7 круглых кнопочек. Здесь можно указать системе, какой род новостей вы хотите видеть в своей ленте. Например, кадровые перестановки, текущие опросы, на которые вас просят ответить, благодарности сотрудников друг другу и так далее. Я бы хотела обратить ваше внимание на этот интерфейс еще и почему. Дело в том, что сам по себе Skillberry решен в очень строгой манере. Это сделано для того, чтобы люди, имея интерфейс социальной сети, все-таки не отвлекались от работы и не считали, что здесь можно потерять много времени. Если очень хотеть потерять рабочее время, это можно сделать даже в Word'е. А вот в Skillberry нельзя, потому что здесь практически невозможно оставить авторский контент, и вы в дальнейшем это увидите. Дополнительно мы его решили в очень строгих цветах, у нас есть корпоративная гамма, она здесь реализована. Я хочу заострить ваше внимание на этом вопросе, потому что сегодня Skillberry 2 года, и когда вы увидите реально работающую систему, у нее будет немножко другой скин, праздничный. А обычно в рабочий день Skillberry выглядит вот так. Серое поле и несколько ярких цветов для концентрации внимания. Итак, переходим к модулю. Основная объектная модель Skillberry построена так, что в основе всегда лежит сотрудник, профиль сотрудника. И этот профиль человек заполняет сам. Опять-таки, что такое заполнять? Мы решили систему таким образом, чтобы страничка сотрудника генерировалась автоматически, чтобы его никто руками не заводил, чтобы у системы не было какого-то администратора, который сидит и каждого нового сотрудника заводит вручную. Когда сотрудник приходит в компанию, у него появляется табельный номер. Этот табельный номер
подтягивается из учетной системы. В этот момент происходит инициация профиля сотрудника. Когда он заходит в Skillber, он уже видит свою фотографию, основные табельные данные, свои контакты, подтянутые из Outlook, фотографию из Active Directory и так далее. Что заполняет сотрудник вручную? Вы здесь видите блок, который называется «Чем я занимаюсь». Вот это единственное место, где человек может оставить авторский контент. Его можно не заполнять, а можно заполнить и что-то дополнительно рассказать о себе, потому что больше такой возможности у сотрудника не будет. Вручную он выбирает из прошитых справочников, классификаторов, то есть из выпадающего меню, те умения и навыки, которые он за собой знает. Вот посмотрите, у него здесь перечислен ряд языков, технологий, которыми он обладает, а также специализация, по которой он работает в нашей компании. HR здесь не заполняет ничего, наоборот, он может прийти и посмотреть, что умеет этот человек, и то же самое может сделать любой другой сотрудник и руководитель, потому что Skillber основан на недискриминационном доступе к информации. Все могут видеть одинаковую информацию, если она не в какой-то секретной группе со специальным уровнем доступа. О группах я вам расскажу позже. Зачем нам профиль сотрудника? С одной стороны, каждый специалист заинтересован в том, чтобы как можно больше рассказать о себе. Он хочет преподать информацию о себе в таком ключе, чтобы стало понятно, что он ценный, что он высококвалифицированный и что он хочет в дальнейшем развиваться, обладая определенными навыками в каком-то направлении. Но согласитесь, здесь всегда существует момент, когда человек может сказать о себе чуть-чуть больше, чуть-чуть лучше, чем есть на самом деле. Я не буду разбираться в причинах этого феномена, почему люди немножко приукрашивают правду. Просто скажем, что бывает такое. Но для этого в Skillber придуман инструментарий. Я бы его назвала приземление. Посмотрите на вот эту следующую картинку. О профиле сотрудника. Это объективная оценка профессионального уровня, потому что любой сотрудник может прийти в профиль и подтвердить или не подтвердить те данные, которые сотрудник оставил о себе. Вот наш старший инженер Василий посчитал, что его основные навыки – это проектирование UI, проектирование архитектуры и разработка. 59 человек с ним согласны, он прекрасный UI-проектировщик. 26 человек подтверждают его хорошую квалификацию в разработке. А вот то, что он хороший архитектор, подтвердили только 7 раз. И у Василия начинает происходить корректировка. То есть он думает, что возможно, я, конечно, прекрасный архитектор, но люди об этом не знают. Может, мне стоит взять дополнительный проект, может, мне стоит решить задачу, связанную с архитектурой, где я бы показал свои навыки. Или, думает Василий, может быть, я на самом деле не такой уж прекрасный проектировщик, и мне нужно доучиться в этом направлении, взять какой-то практикум, пройти дополнительное образование. Таким образом, у человека самооценка немножко корректируется. И HR, и руководитель человека, сотрудника, получает релевантную информацию, чего на самом деле стоят умения и навыки их персонала. При этом в Skillber нет понятия санкций, это не санкционарная система, здесь невозможно оставить отрицательный отзыв, здесь нельзя человека поругать, мы в принципе строили систему на позитиве, и если вы не хотите подтверждать человеку, что он хороший проектировщик архитектуры, то вы просто не ставите звездочку и все, и он об этом не узнает, потому что голосование за умения и навыки, то есть рекомендации, которые вы сейчас видите на экране, они на самом деле анонимные. То есть пришло 59 человек, подтвердило проектирование UI-архитектуры, но никто не знает, что это за люди, 59 раз поставили звездочку. В результате выводится некая средневзвешенная, очень объективная оценка профессионального уровня каждого сотрудника. Для чего еще создан профиль?
Я вернусь на основной скриншот. Мы видим, что здесь есть экспертные навыки и умения. Я уже говорила, что они подкачиваются из жестко прописанных справочников классификаторов. Зачем? Для того, чтобы система могла индексировать эти слова и затем использовать их в модуле поиска. А модуль поиска – это как раз то основное ядро, для чего создавалась наша система изначально – поиск сотрудников. А у нас крупная компания с 7 географически распределенными филиалами. У нас работает около 1000 человек. Соответственно, помнить, где сидит какой сотрудник, довольно сложно. А бывают очень короткие по длительности задачи, буквально нужна какая-то небольшая консультация. Например, вам нужна бухгалтерская консультация, вам не принципиально, какой бухгалтер вам ее окажет. Вы заходите в профиль поиска, в графе «Должность» набираете «Бухгалтер», и система показывает вам всех бухгалтеров компании, к любому из которых вы можете обратиться. Или другой кейс. Вы были на совещании, на достаточно крупном, и там один из ваших коллег делал очень интересное РАЦ-предложение, а вы не помните ни отдела его, только имя, допустим, запомнили. Вы ищете по имени. Если этот человек Александр, вам, конечно, придется опознать много портретов, а если Максим, то вам будет намного проще, вы его рано или поздно найдете. Спишитесь с этим человеком и получите дополнительную информацию или просто похвалите его за то, что вот он такой молодец. А также можно искать по умениям и навыкам. Представьте себе ситуацию, что вам нужна консультация в очень тонком направлении. Специалистов по этому направлению мало. Вы вбиваете из выпадающего меню то умение или тот навык, по которому вам нужна консультация, и вам система, например, подсказывает 100 человек, что у нас 100 человек владеют таким вот умением. Но вам нужна какая-нибудь очень узкая специализация этого направления, тогда вы ставите галочку «Находить только экспертов». Про экспертов я вам говорила. Эксперты – это те люди, чья экспертиза подтверждена коллегами, которые пришли и неоднократно согласились с тем, что человек действительно носитель этих знаний. И тогда система вам выберет не 100 человек, а только 15. И вы сможете задать вопрос эксперту и получить быструю консультацию, даже если, например, ваш эксперт сидит в Самаре, а не в Москве или там еще в каком-нибудь филиале. То есть это такой мостик. Мостик любви и дружбы среди профессионалов, которые хотят общаться быстро, получать информацию максимально релевантную и в сжатые сроки. Биржа задачи вакансий – наш следующий модуль, который как раз и позволяет немножко повысить и доказать свою компетенцию тем людям, которым мало ставят значки, мало ставят звездочки. И представьте себе сотрудника, который много лет сидит, кодит одну и ту же программу или занимается какой-то регулярно повторяемой деятельностью. Где ему проявить себя? Может быть, он давным-давно созрел для перехода на новый профессиональный уровень. Может быть, он недавно отучился и где-то хочет показать свои новые навыки, применить их, вот те знания, которые он получил, за которые компания, скорее всего, заплатила, отправляя его на обучение и так далее. Ну, нет у человека возможности перебраться на другой проект и где-то себя продемонстрировать. У нас есть биржа задачи вакансий. Со стороны сотрудника она решает именно этот вопрос. Если ты хочешь показать себя с лучшей стороны, приходи и бери дополнительные задачи и работай на них. Всегда мы помним о том, что добровольцы работают лучше назначенных людей. Если человеку интересна задача, он ее будет делать с большей самоотдачей. А со стороны HR и топ-менеджмента, руководства разных уровней, этот модуль биржи задачи вакансий решает другую задачу. Допустим, у вас есть вопрос, который вы очень хотели бы решить, но не хотели бы на это перерасходовать свой премиальный фонд. Вполне возможно, что добровольцы решат ее просто так, за интерес, что у них есть какая-то нематериальная мотивация. Вот, например, у нас был случай, когда нам надо было прочесть лекцию о своем взгляде на будущее IT-отрасли в одном из профильных вузов. Вообще-то HR посчитали, что это будет довольно скучная задача и что никто на это не согласится. Разместили на бирже задачи вакансий эту
это объявление, и откликнулось порядка 10 человек, так что они даже выбирали, кто от нашей компании пойдет рассказывать о светлом будущем студентам третьего-четвертого курса. Также здесь бывают совершенно серьезные, простите, совершенно серьезные задачи, как то разработка веб-интерфейса, в общем, непосредственно задачи производственного характера. Пожалуйста, если у вас такая есть, вы идете на биржу задачи вакансий, вывешиваете ее и наблюдаете за откликами, насколько это коллективу интересно и кто готов решать вашу задачу просто так. Модуль отзывов и наград. Ну, мы, конечно, понимаем, что очень хорошо решать задачи добровольческим порядком, но каким-то образом людей все-таки надо благодарить. Если вы не готовы перерасходовать свой премиальный фонд, если у вас очень жесткий фонд оплаты труда, всегда можно привлечь для этого дела нематериальную мотивацию, стимулирование в виде отзывов, наград и так далее. Далеко не для всех людей финансы являются самым лучшим способом мотивации. У нас до сих пор работает принцип похвальных грамот, на это люди хорошо реагируют. Это интересная черта нашего общества, она нам очень нравится. Мы разработали ряд значков. Они визуализируют наши корпоративные ценности. Перед этим мы долго опрашивали коллектив, что они любят в своих коллегах, что они ставят выше всего. И потом мы эти значки нарисовали. Здесь вы видите экстремальный значок «Пробиватель стен». Он дарится в знак того, что человек совершил какое-то усилие против трудностей и решил свою задачу. Далее вы видите значок пазла, это значок хорошему организатору. Один из самых популярных значков в нашей компании «Супермозг», мы очень ценим интеллект. Здесь вы видите также «Мудрую сову», это значок дарится тем, кто очень хорошо обучает. За дипломатические усилия, когда мы решаем очень сложный проект и умудряемся при этом не поссориться. В общем, можно дарить друг другу и благодарить друг друга за разные услуги, оказанные в рабочем процессе. Это очень поднимает настроение, стимулирует. Значки любят получать даже топ-менеджеры, значки любят получать руководители. Никто не считает это каким-то видом подхалимажа, потому что всегда за значок можно написать за что, и все увидят, что это не просто так, а человек действительно совершил этот прекрасный поступок и помог своему коллеге. Кабинет сотрудника – это один из личных модулей человека, который работает в нашей компании. Он создан для того, чтобы наши кадровики не сошли с ума. Потому что в нашей компании существует достаточно интересный компенсационный. Он у нас работает по системе кафетерий. Когда наше руководство готово потратить на каждого человека, не монетизируя эту сумму, определенное количество дополнительных денег в год, мы открываем кафетерий, человек выбирает, на что бы он хотел потратить эту сумму. Может быть, он часть хочет потратить на оплату гаджетов, за какую-то часть суммы он хочет поучиться, или он хочет, чтобы ему компенсировали фитнес, или ему компенсировали проезд или питание. А потом, посередине года, он вдруг вспоминает, что у него эти деньги где-то есть, что их надо потратить, но уже ничего не помнит. И таких у нас 1000 человек. И вот чтобы они ногами не ходили к нашим работницам из группы кадрового администрирования, придуман для удобства этот кабинет сотрудника, где всегда можно посмотреть, какой у тебя компенсационный пакет, что ты еще можешь себе позволить. Здесь можно распечатать заявление на отпуск, причем система автоматически рассчитает вам срок вашего отпуска. Если, допустим, отпуск выпадает на государственный праздник, то система автоматически на один день ваш отпуск увеличит, вам об этом написав, что вот у нас праздник, не забудьте. Здесь можно заказать копию трудовой книжки, если вы собираетесь подавать документы на загран. Здесь можно заказать различные справки с работы, 2 НДФЛ и прочие документы для получения кредита. В общем, все, зачем ходят в группу кадрового обеспечения, можно заказать удаленно, не переспрашивая 10 раз, как пишется шапка, на кого направлять эту бумагу и так далее. Это очень упрощает жизнь как сотруднику, который знает, что вот его справка ему всегда доступна, и людям из группы кадрового администрирования тоже. Магазин корпоративной лояльности у нас построен на понятии виртуальной валюты. Каждый месяц сотруднику выделяется 10 песо.
которые он не может оставить себе, потому что это противоречит нашим принципам, но которые можно кому-то подарить за то, что сделали что-то приятное, быстро решили его вопрос или задачу. И эти песо надо где-то тратить, мы их тратим в магазине корпоративных товаров. Здесь есть футболки, флешки, кружки, разные совершенно товары с нанесенным нашим логотипом. Ну, например, нашей компании это просто такой небольшой плюсик, а если, допустим, это Лукойл или сеть аптек, то это дополнительная реклама, когда сотрудник ходит в футболке с вашим логотипом. Коллеги, напоминаю, что ваши вопросы вы можете задавать в окне чата. Окно находится справа снизу. И, наконец, последний технический модуль – это опросы и тестирование. Когда даже если у вас в компании работает 100 человек, очень трудно получить качественную обратную связь, например, по электронной почте. Да? То есть нет инструментария сбора этой связи и потом обработки этой информации. Есть у нас модуль опросов, это сплошная выборка. Посмотрите, мы направляем опрос на определенную аудиторию. Мы видим, сколько человек ответили, сколько в данный момент отвечают, сколько не ответили. Это вот правый скриншот, посмотрите. И здесь также есть функционал «Напомнить неответившим», когда письмо напоминание о том, что, ребята, надо бы пройти опрос, придет только тем людям, которые еще не добрались до опроса и не будет беспокоить память тем, кто этот опрос прошли, у которых с дисциплиной все в порядке. Таким образом, мы собираем качественную обратную связь по наиболее важным для нас опросам. Этим пользуются подразделения, например, АХО, те же самые HR, когда надо опросить большое количество человек и получить систематизированную информацию. По результатам работы в Skillberry, HR, а также топ-менеджмент может иметь бизнес-аналитику, знать свою компанию в лицо. Вот посмотрите, здесь есть две инфографики. Например, справа расположены так называемые ключевые сотрудники, звезды нашего коллектива, которым люди приходят и ставят звездочки в подтверждение их экспертных умений. Например, Антон Егимов получил у нас 501 подтверждение своих навыков. Это невероятно много, мы очень ценим этого человека, и его руководитель знает, что это один из ключевых сотрудников в его направлении, и на него завязаны очень большие важные бизнес-процессы. А слева вы видите инфографику по сводным экспертным умениям в IT-технологиях. Ну, соответственно, если у вас не IT-компания, здесь будут какие-то ваши фишки, ваши навыки и умения. Вот, например, у нас есть один клиент в ритейле. Они в своих экспертных умениях указывают закупку материалов, а также даже знание китайского языка, потому что они работают с китайскими поставщиками. Также я вам хочу показать топ наших значков. Я вам уже говорила, что супермозг у нас лидирует, у нас очень любят люди интеллект, очень ценят интеллект. Также, что это показывает HR-ам, специалисты знают, кто у нас самый активный, кто занимает яркую жизненную позицию, кто готов общаться. То есть, в принципе, здесь мы видим психологический портрет коллектива, что люди больше всего ценят и за что чаще всего благодарят. Практически весь функционал я вам показала. Давайте я еще раз повторю, что же в результате получает каждая группа из целевой аудитории Skillberry. В принципе, Skillberry интересен всем. Мы его построили по такому принципу, что как топ-менеджмент, так и IT-специалист, как HR, так и обычный сотрудник найдет в Skillberry что-то для себя. Например, топ-менеджмент получает этот самый принцип самоорганизующейся компании, которая дает о себе актуальную информацию в любой момент. Можно посмотреть, с каким персоналом вы можете решать свои задачи. Руководители отделов, департаментов, направлений могут быстро найти экспертов, собрать себе эффективную команду на проект. HR-специалист получает очень широкий инструментарий. Он видит зоны роста, куда хочет развиваться сотрудник. Он может начать строить карьерограмму, он видит его психологические особенности. Он видит, что человек предпочитает покупать гаджеты или в дальнейшем обучаться.
Здесь ему могут помочь с быстрой адаптацией. Человек приходит с Килбер, совершенно новый, с улицы пришел сотрудник и тут же видит, что компания живет, кто-то друг другу ставит значки, вывешиваются интересные вакансии на биржу задач. В общем, жизнь кипит. Очень легко адаптировать новых сотрудников. А сам сотрудник может сразу показывать товар лицом, заявлять о себе, о своих навыках, знаниях, брать на себя дополнительные обязанности. Он может становиться наставником для новых специалистов. Он может показывать себя с самой лучшей стороны и надеяться, что его услышат, получать обратную связь от руководства и от своих коллег. В принципе, о функционале я вам в общих чертах рассказала. Конечно, его намного больше, но я не хотела бы углубляться, там уж совсем специфические фишки. Лучше я вам расскажу об эффективности. Все мы ставим себе вопрос, когда что-то покупаем, как в дальнейшем нам это поможет. Но HRM-система – это не тот класс систем, который может принести деньги непосредственно. Косвенно от них есть огромная отдача, но вот как ее посчитать? Да? Давайте попробуем разобраться, что дает внедрение HRM-системы предприятию. Сначала я вам покажу качественные показатели. Их снимали за половину 2013 и половину 2014 года. У нас ускорилось формирование проектных групп и команд. За это отвечает биржа задачи вакансий. Мы стали получать большое количество откликов добровольцев. Очень быстро стали формироваться рабочие группы. У нас возросла мотивированность персонала. Да, мы допускаем, что все-таки тут есть какой-то меркантильный момент, но он нам совершенно не мешает, потому что нематериальное стимулирование было всегда. Это лента новостей, это отзывы и благодарности, это магазин сувениров. Когда человек долго не получает значок или отзыв, он начинает волноваться, почему вот всем ставят, а ему нет, ведь он тоже очень неплохой, он тоже очень многое умеет. Он заинтересован помогать другим, и это вот реализуется в этих модулях. Ускоряется поиск сотрудников и экспертов, за это отвечает модуль поиска. Вырастает информированность о социальном пакете и вообще чувство социальной защищенности. Это делает личный кабинет. Улучшается общее информационное поле, повышается командность. Это наши группы, это лента новостей, когда у людей присутствует чувство локтя, они чувствуют себя в большом, очень активном, позитивном коллективе. И, наконец, ускоряется получение карты компетенций по подразделениям или по компании в целом. За это отвечают профили, поиск и система отчетов. А теперь о количественных показателях. Как посчитать и эффект от, хотя бы косвенный эффект от внедрения HRM-системы? Простите меня, пожалуйста, за текстовый слайд. Здесь нет картинок. Дело в том, что я вынуждена здесь ввести показатель вовлеченности. HR-специалистам он знаком, а IT-специалистам и топам не факт, но давайте на него посмотрим. Есть такой показатель вовлеченности, и эта вовлеченность дает очень неплохие результаты в бизнесе. Здесь представлены результаты исследований крупнейших аналитических компаний мира. Они говорят о том, что компании с высоким уровнем вовлеченности сотрудников стоят больше, продают больше, получают больше прибыли на сотрудника. У них более высокая удовлетворенность клиентов, прибыльность от работы. И, наконец, у компаний с высоким уровнем лояльности совокупный доход акционеров выше, чем у других компаний. То есть вовлеченность и лояльность персонала прямо влияет на качественные и количественные показатели вашего бизнеса. Сильный HR-бренд добавляет в эту копилку еще немножко процентов. Вы видите, что вознаграждение и признание сотрудников в компании прямо влияет на рыночную стоимость, что люди ценят и гибкие условия работы, и подход к ним своеобразный, вот к каждому свой индивидуальный. Они прекрасно осознают, когда персонал пытаются удержать, им нравится, когда с ними работают, общаются и так далее. В конечном итоге это не прямо, но косвенно работает на прибыльность вашего бизнеса. А вот, собственно, эти самые цифры. За один год работы системы Скилбера мы у себя увидели рост по всем направлениям. У нас выросла узнаваемость бренда, наши сотрудники очень хорошо оценивают внутренние коммуникации,
Нематериальное вознаграждение – это тоже вознаграждение. Они видят преобразование в лучшую сторону, они чувствуют, что компания развивается, и они чувствуют, что управление компанией происходит в нужном направлении. Ну, у каждого сотрудника есть тоже свой взгляд на бизнес, это надо учитывать. Что хочется сказать? У нас, конечно, и так были очень неплохие показатели, у нас талантливые HR, они умеют работать с коллективом, но нам радостно, что даже на таких высоких результатах мы смогли еще чуть-чуть увеличить каждый показатель. После года системы Skillber мы имеем рост по всем направлениям. Крови, слава богам, вот самого-самого ужасного, то, что пугает HR-ов, это количество людей, которые планируют покинуть компанию в течение ближайшего года. У нас этот показатель снижается, и мы очень трепетно относимся к этому вопросу, потому что не хотим допустить текучки персонала, мы слишком много вкладываем в свой персонал, чтобы так просто его терять. Вот такие цифры, посмотрите еще раз. Ну и напоследок я вам покажу график, как мы работаем с разными возрастными группами. Ценности нашей компании согласуются с моими личными ценностями. И я вижу, что компания, когда это возможно, идет навстречу потребностям и интересам сотрудников. Есть здесь у нас самая сложная возрастная категория. Люди, которые работают 3-5 лет, но это общечеловеческий нюанс. Все вы знаете, что в 3-5 лет накапливается определенная усталость. Даже в браках статистика разводов об этом самом говорит. С этими людьми мы работаем отдельно, мы тоже не готовы их терять. Мы вообще никого не готовы терять, поэтому мы внедрили HRM-решение. Для того, чтобы донести до людей, что мы их ценим, чтобы они чувствовали себя защищенными, а мы в этот момент получали актуальную информацию о том, чем живет коллектив, чем дышит и все ли у него хорошо. Собственно, с теоретической частью я закончила. Сейчас я возьму небольшой тайм-аут на то, чтобы переключить с презентации на систему, а вы пока можете писать свои вопросы. Вообще, я дала достаточно полную информацию, но если вас что-то индивидуально интересует, пишите, пожалуйста, в чат, я потом отвечу на эти вопросы. Итак, я надеюсь, что у всех экран переключился. Вы сейчас видите очень празднично оформленный Skillber. Я уже вам говорила, что в обычный рабочий день он совершенно другой, но сегодня у нас небольшая дата. Skillber отмечает двухлетие, и вот такой вот скин провисит у него несколько дней, чтобы все сотрудники, которые хотели поздравить наших HR-ов, смогли это сделать. Когда вы заходите в систему Skillber, вы попадаете на эту самую ленту новостей. У меня сейчас здесь нажаты абсолютно все кнопочки, я хочу знать все. Но если я, допустим, отожму кнопочку подарков, я не увижу часть информации. Также я могу поотжимать навыки и рекомендации. Ну, допустим, я хочу посмотреть только кадровые перестановки и опросы. Тогда я уберу ненужные мне кнопочки, и я увижу новости групп, которые у нас есть, а также кадровые перестановки, и смогу их поздравить. Людей, которые переместились на новое место работы. Например, у нас недавно поменялся начальник юридического отдела. Марию можно поздравить с этим назначением. Можно нажать кнопочку «Поздравить». А, пардон, это не сейчас. Можно нажать на кнопочку «Поздравить» и отправить ей, например, вот такой значок. Это лента новостей. Давайте посмотрим профиль. Профиль, как я вам уже говорила, наполовину заполняется автоматически, наполовину вручную. Здесь данные, которые я не заполняю, подтянулись из наших систем, с которыми у Skillber интеграция. Здесь я могу отредактировать свой график работы, он у нас гибкий. Я могу, например, поставить с 10 до 19 или еще что-нибудь. Здесь указаны группы, в которых я состою в Skillber, в которых я могу писать. Мне там интересная информация, я ее периодически читаю. Здесь поставлены награды, которые я получила от своих сотрудников за то, что когда-то сделала какое-то доброе дело. Вот здесь я могу написать что-нибудь о себе, и больше я ничего, в принципе, написать лишнего не могу.
Мой профиль специально не заполнен. Для того, чтобы вы видели разницу между полностью заполненным профилем и незаполненным. Вот если человек приходит и ничего о себе не пишет, и не выбирает свою специализацию, не указывает своих навыков и умений, у него практически здесь ничего не будет. У людей, которые указывают, которые заинтересованы в том, чтобы на них обратили внимание, чтобы их брали в расчет при планировании проектов, вот здесь есть огромное-огромное поле с заполненными навыками и умениями. Кабинет. Я вам покажу свой кабинет. У меня здесь есть социальный пакет. Вот я частично его уже использовала, а частично нет. Но я не пойду к своим кадровикам, потому что я прекрасно знаю, сколько у меня тут еще осталось. Здесь есть возможность посмотреть расшифровку мобильной связи, написать заявление, например, на отпуск. Давайте посмотрим, как это делается. Я пишу заявление на отпуск. Система сама мне считает, сколько. Можно написать с одной даты по другую. Можно написать, например, 14 календарных дней и отправить это заявление на печать. Здесь можно отредактировать свой график работы, посмотреть, сколько у тебя осталось песо для благодарности. Вот у меня было 10, но я 2 уже отдала своим сотрудникам, которые мне очень помогли. А здесь есть кнопка согласования. Если вы отправляли какую-нибудь заявку на согласование, то вы можете посмотреть, на каком этапе она находится. Новости я вам уже показывала. Это страничка, на которую по умолчанию которую система по умолчанию открывает, когда вы заходите в Skillbear. Модуль поиска у нас организован вот таким образом. Здесь вы можете найти человека по навыкам, специализации, должности, по совершенно различным атрибутам. Можете искать только экспертов, можете искать людей, которые хотят развиваться в этом направлении или, наоборот, не хотят развиваться в этом направлении. Например, найти группу людей, которых сейчас не устраивает текущая их специализация, которые хотели бы поменять профиль. Для HR-ов это важно, потому что если не помочь людям в этом направлении, они просто поменяют место работы, да, а нам надо коллектив сохранять. Здесь вы можете посмотреть структуру компании. Здесь вы можете увидеть группы, в которых состоит человек. Я состою в достаточно большом количестве групп, мне очень многое интересно. У нас иногда проходит День донора, у нас проходят корпоративные игры «Что, где, когда». У нас есть блоги отдельных очень крупных проектов, которые мы ведем и в которых мы заинтересованы. Модуль опросов покажет вам, какие опросы сейчас вам предлагают пройти, а также ваш собственный опрос, если вы такой запускали. Вот я, например, недавно запустила опрос по планированию тимбилдинга. Мы хотим выехать. Мы находимся в Петербурге, нам очень просто выехать за границу, тут несколько часов, и ты уже в Евросоюзе. Биржа задачи вакансии в любой момент покажет вам те задачи, которые в данный момент открыты, на которые активно набирается персонал, и вам будут рады, ваши заявки ее обязательно рассмотрят. Вот здесь вы можете вывесить свою задачу, даже если вы обычный сотрудник и вам просто требуется помощь эксперта, сформулируйте свой вопрос, повесьте его на биржу задач и вакансий, может быть, найдется человек, который захочет вам что-то объяснить и помочь в вашем вопросе. У нас очень много отзывчивых людей, и, в принципе, Skillbear – это не последний рычаг, который действует на взаимовыручку и повышает у людей чувство коллективной и социальной ответственности. Песо-маркет вы видите, вот он прямо настоящий, живой. У меня есть 82 песо, я могу купить какую-нибудь игрушку, я могу купить подушку, пазл, футболку, все, что есть с логотипом Петерсервиса, но я их не покупаю, потому что мне очень нужен внешний жесткий диск, а он стоит 125 песо, я их еще не заработала. Буду делать добро и дальше в надежде, что кто-нибудь это отметит. Ну и просто так может перечислить мне песо, и я его куплю. Собственно, вот весь Skillbear, он перед вами. Здесь, как видите, практически нет места, где человек может зависнуть и не выполнять свои рабочие обязанности и потратить много рабочего времени. Skillbear спроектирован так, чтобы люди, с одной стороны, чувствовали себя интегрированными в коллектив, а с другой, как можно лучше и эффективнее работали. Мы не забываем о том, что постановку задач у нас осуществляли HR и прислушивались при этом к требованиям
топ-менеджмента. Да? Эта система сделана для них, а чтобы люди были заинтересованы сюда ходить, здесь есть несколько инструментов нематериальной мотивации. В результате у нас все сыты, все целы, HR имеет свой инструментарий, топ-менеджмент имеет свои плюсы, а сотрудники с удовольствием эту информацию предоставляют, полагая, что это вот просто такая мотивирующая, стимулирующая социальная сеть. Сейчас я заканчиваю демонстрацию и переключаюсь в режим сессии вопросов и ответов. Если у вас есть вопросы и ответы, если у вас правильно настроенная гарнитура, вы можете задать их вслух, а если с этим проблемы, то просто пишите в чат, сейчас мы их будем рассматривать. Сергей, пожалуйста, подключайся. Да, Татьяна, я переслал вопросы. Сейчас я тогда открою еще раз презентацию. Может быть, сначала будут задачи по презентации. Давайте начнем. Первый вопрос задавал Дмитрий. В личном кабинете у вас довольно много отзывов о компетенциях. Это действительные цифры. И каким образом стимулируются оценки других людей. Цифры – это действительное. Я вам сейчас показывала рабочую систему. Вся информация взята оттуда, потому что мы можем распоряжаться этими данными. Ну, относительно можем распоряжаться этими данными. И мы их частично вам сейчас продемонстрировали. У нас действительно работают несколько мега-монстров в своем направлении. Эти люди имеют колоссальную специализацию, и чары за ними наблюдают персонально, выделяя в группу так называемых ключевых сотрудников. Так что статистика настоящая. Каким образом стимулируются оценки других людей? Во-первых, есть такой функционал, кнопочка «Запросить рекомендации». Если, допустим, вы только что закончили проект и вам хочется получить отзывы от людей, вы нажимаете на эту кнопочку, и система предлагает вам выбрать аудиторию, кому послать запрос на подтверждение ваших навыков. Вы можете выбрать хоть всю компанию, но, скорее всего, вам придут и подтвердят те люди, с которыми вы только что решали какую-то задачу, какой-то проект. Вы можете отправить просьбу о подтверждении своих навыков сотрудникам своего отдела. Вот, например, у нас в коммерческом департаменте около 20 сотрудников. Каждому из них я могу отправить это письмо о том, что я запросила рекомендации человека. Я, конечно, не узнаю, кто придет и подтвердит мои рекомендации, но это сделано для того, чтобы соблюдался принцип анонимности. Кто-то считает вас хорошим экспертом, а кто-то считает, что вам надо еще бы подучиться и этот скилл прокачать. И когда вы его все-таки дотянете вот до такого верхнего предела, тогда к вам придут и поставят еще одну звездочку. Это очень стимулирует на самом деле. Как вы стимулируете экспертам давать консультации коллегам? Нет ли у них проблемы отсутствия времени на ответы и вопросы коллег? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что у каждого специалиста в профиле в личном кабинете есть кнопочка «Отвечаю на вопросы». Это такой значок. Сейчас я попробую ее найти в скриншоте. Это такой значок вопроса, который… Вот он, смотрите. Это называется «Я отвечаю на вопросы». И я готов перейти на новый профессиональный уровень. А если у человека этот значок не стоит, вопросы, скорее всего, ему задавать бесполезно. Возможно, он очень сильно занят на проекте, а возможно, ну, все мы люди, есть такое чисто человеческое качество, люди очень берегут иногда свои знания и считают, что ты, пожалуйста, свои знания добудь своим путем. Есть такое качество у людей, но есть у нас и другие эксперты, которые хотят делиться своими знаниями и с удовольствием это делают. Специально мы это никак не стимулируем, но если вы окажете человеку помощь, проконсультируете его в вопросе, в котором больше кроме вас никто не разбирается, скорее всего, вы получите значок, плюсик вот в эту карму социальную, которая здесь обозначена флажком. И вообще почет и уважение – это как раз нематериальная стимуляция в модуле отзывов и наград. У нас все очень любят получать награды, у нас иногда ими даже меряются.
Посмотрите, например, у Олега очень прокачан навык, называется он ловец знаний. Это человек, которому, если оказать консультацию, он моментально приобретает этот навык и больше за ним не обращается. Это называется ловец знаний. Это очень обучаемый специалист. Продолжаем. Какая стоимость внедрения и сопровождения системы? Про эффективность я вам уже немножко рассказала в цифрах. Какая стоимость внедрения и сопровождения системы? Дело в том, что, как вы видели, у нас система не имеет модуля загрузчика ручной информации. Система сдается на проекте под ключ. То есть она сдается полностью интегрированная с вашими приложениями, и поскольку у каждой компании набор этой инфраструктуры, этих приложений свой, естественно, какой-то общей стоимости внедрения нет, и она определяется только после предпроектного обследования. Что касается стоимости самого Скилбера, то у него регрессивная шкала, если он лицензируется по количеству профилей, то есть по каждой страничке сотрудника, сколько у вас сотрудников, значит, столько лицензий вам надо будет приобрести, чтобы подключить всех в этот бизнес-процесс. И такая стоимость может варьироваться от 4 до 2000 рублей однократно за одну лицензию. Эта система не облачная, она разворачивается на ваших серверах и принадлежит только вам. Есть ли возможность хранить в системе корпоративное видео и фото, например, мероприятия, обучающие материалы? Да, есть. Доступ к Skillper возможен только непосредственно с рабочих мест сотрудников или есть возможность доступа через интернет из дома или через телефон, используя мобильное приложение. Владимир, мобильное приложение в данный момент у нас разрабатывается, но поскольку это просто веб-сайт, вы к нему можете подключиться из любого места, где у вас есть интернет. Только откроется он на текущий момент в браузере. Когда будет разработано мобильное приложение, будет открываться в мобильном приложении. Каким образом происходит уведомление о новых проектах, задачах и вакансиях, если сотрудник не заходит каждый день в свой профиль? Система очень тесно интегрирована с Outlook. Все основные нотификации присылаются в виде письма от робота Скилбера на почту сотруднику. Уведомление о том, что ему надо пройти новый опрос. Уведомление о том, что в его направлении вывешена новая вакансия. Уведомление о том, что ему кто-то поставил значок и поблагодарил, приходит на почту, пропустить это невозможно. Так, Святослав, система ставится на сервера заказчика в облако типа Amazon или ваше облако. А система не облачная. Система настраивается на серверах заказчика. Там надо две машины. Система очень лояльна к ресурсам. Машины очень такие, скажем так, очень простенькие, и когда эта система развернута, она, в принципе, не требует каких-то сверхусилий в техподдержке. У нас, например, нет отдельного администратора, который администрирует именно эту часть. Технически интегрируется ли в SharePoint? Отличный вопрос. Что я вам могу сказать? Вообще, изначально задумка такая была, но... Например, аналитики Gartner и прочие аналитики IT-рынка говорят о том, что SNS, Social Networking Services, вскоре поглотят портальные решения. И это абсолютная правда. Сначала мы хотели их очень тесно интегрировать, затем мы решили посмотреть на две системы, стоящие параллельно друг другу. Так вот, я вам могу сказать, что уже после года работы с Skillper у нас в портал никто не ходил. Там осталась только база старых материалов, накопленная база знаний, и мы ее сейчас собираемся переносить в Skillber. То есть постепенно Skillber съедает тот функционал портала, который был развернут в SharePoint. Он уже просто никому не нужен, потому что Skillber понятнее, у него дружественный интерфейс, находиться там приятнее, и это элементарно быстрее, чем найти что-либо даже на самом хорошо настроенном портале. Если нам нужны не все сервисы, легко ли их вырвать из решения? Ну, в принципе, зависит от того, что вам нужно. Это, наверное, уже более технический вопрос. Вы задаете его, я вам отвечаю, если у вас есть какой-то предметный вопрос.
А давайте еще я готова ответить на вопросы. У нас еще есть время. Коллеги, мы выдали права на микрофоны, поэтому если вам удобнее задавать вопросы вслух, вы можете активировать ваш микрофон. Для этого необходимо нажать на кнопочку, которая находится в статус-баре вверху у окна, вверху рабочего окна, чтобы микрофон стал зеленого цвета. И после этого вы можете смело задавать ваши вопросы вслух. Владимир, у нас недавно спрашивали, что делать, если компания, например, не поддерживает и не собирается внедрять виртуальную валюту, и им не нужен магазин корпоративных товаров. В принципе, мы можем сделать поставку решения без этого модуля. Если, допустим, у вас нет статьи, которая компенсирует затраты на покупку этих сувениров, совершенно логично, что у вас не будет этого магазина. Если у вас не, у нас более 3000 пользователей, будет ли стоимость складываться суммарно? Если у вас более 3000 пользователей, вы попадаете в самую нижнюю планку оценки. Это всего лишь 2000 рублей за одного сотрудника однократно. И если вам, допустим, не нужно обучение и дальнейшая техническая поддержка, вы даже можете не покупать пакет дальнейшей технической поддержки, потому что система полностью дописана. Тогда на этапе внедрения мы оценим ваши справочники, классифицируем их, сделаем классификатор под вас. Например, у нас айтишный, у вас я не вижу профиля вашей компании, но, допустим, мы сделаем справочник для вас, чтобы сотрудники могли им пользоваться. И после интеграции с вашими корпоративными приложениями, собственно, процесс внедрения на этом закончится. Пожалуйста, и 3000 человек, и 20 тысяч человек могут работать в этой системе. Если у меня будет увеличение пользователей, я должен буду все время доплачивать. Там модульные возможности, вы можете закупить сразу, допустим, 100 лицензий. Поскольку вы уже будете рассчитываться по самой нижней регрессивной планке, то это будет, соответственно, недорого, также по 2000 рублей. На какой платформе сделана система. Знаете, у меня есть мысль, я сейчас подгружу другую презентацию, и вам, наверное, станет намного понятнее. Это техническая презентация. Там уже есть ответы на все эти вопросы. Момент, терпение. Пока грузится техническая презентация, пожалуйста, пишите еще вопросы. В принципе, у нас еще есть время, я постараюсь ответить. Не забывайте о том, что у нас система сделана для Microsoft ориентированных предприятий, то есть пакет приложений, которые мы рассматриваем, он вот должен быть именно от этой компании. Дмитрий, посмотрите, пожалуйста, здесь немножко об архитектуре и интеграции с приложениями компании клиента. Вот откуда берутся данные. Вот, пожалуйста, база, языки, которые использовались при разработке. Вам видно? Ну,
И здесь показано масштабирование. Масштабирование происходит простейшими средствами, наращиванием серверов и связанной с ними базы данных. Ну, честно говоря, у нас, при том, что довольно немаленькая компания, и иногда к ней даже подключаются внешние пользователи, при этом мы еще ни разу не задумывались о наращивании серверов, потому что она, как я уже говорила, очень лояльна к техническим ресурсам. Есть что-то, что вас не устраивает в этой системе? Так, подождите, я должна подумать. Это очень интересный вопрос. Меня не устраивает, что иногда мне несколько недель никто не ставит значок. Это такой момент исключительно личный. Может быть, я где-то недоработала, сразу начинаю думать я. Или, может быть, я сделала еще недостаточно добра в этой компании. Ну, а если по-серьезному, то вот лично меня устраивает все. Я хожу в Skillbear 2-3 раза в день. Я использую его для получения обратной связи. Мне очень интересно смотреть, что происходит в компании, какие у нас есть подвижки на проектах и кто кому отправил какой отзыв. Это очень интересно. Ну, так сказать, чтобы меня что-то не устраивало, я не припомню. Да, кадры на Navision. Что хочется улучшить, есть ли идеи, планы? Владимир, у нас достаточно большой родмап. Мы очень хотим сейчас в следующей версии Skillbear'а подгрузить туда групповые портреты. У нас компания работает на проектах, у нас поэтому очень много проектных групп. И каждая проектная группа, как выясняется, имеет свое лицо. И мы хотим, чтобы это лицо в Skillbear'е показывалось, то есть что группа нацелена на очень быстрый результат, или наоборот, группа работает медленнее какой-то, но зато она дает стопроцентное качество и высочайшую эффективность в результате. Или у этой группы неформальный лидер, и если человек приходит в эту проектную команду, то он может там где-нибудь в командировке, в отеле вынужден будет слушать Металлику и Рамштайн. Ну вот, условно говоря, это в ближайших планах. У нас есть в основном планы по развитию HR-направления. Кадровое администрирование мы здесь развивать не будем, потому что мы считаем, что оно у нас уже на достаточно высоком уровне. Зарабатываются ли песо добрыми делами или принимаются в дар? Ну, смотрите, 10 песо каждый месяц выдается автоматически системой на счет каждого сотрудника. Вы можете их никому не давать. Ну вот вдруг человек такой мизантроп, что вот считает, что ему никто ничего хорошего в этом месяце не сделал. И 10 песо просто сгорят. А вы в другой момент можете, например, идти по коридору и вдруг случайно получить какую-то очень важную информацию, консультацию, встретить эксперта, и он вам расскажет вот прямо все. И тогда вы можете его поблагодарить. И ему будет приятно, и вам. А он потом пойдет и купит себе кружку за виртуальную валюту и будет еще долго вас вспоминать. Так вот строится дружба в коллективе. Вот говорят, что дружбу нельзя купить, но я бы, наверное, даже поспорила с этим тезисом. Проектный контент будет сохраняться. Мы не планируем развивать в сторону проектного менеджмента HRM-систему. У нас, конечно, будут какие-то отдельные, чисто формальные блоки, посвященные проектам. Например, у нас сейчас ведется огромный проект, самый важный, на который даже завязаны показатели годовой премии коллектива. Он в Skillbear'е имеет отдельную группу, он имеет блок с информацией по проекту, чтобы любой сотрудник, который в этом заинтересован, мог зайти в группу и посмотреть, что сейчас делается на проекте, какая там основная загрузка, какие основные вопросы всплывают и так далее. То есть проектная документация в Skillbear'е не хранится и не планируется. Если человек с проекта освободился, если человек готов брать новые задачи, он просто нажимает круглую зеленую кнопочку в своем профиле, и тогда становится видно, что он относительно свободен и готов брать на себя новые задачи. Мы не планируем увязывать это стабильным учетом рабочего времени.
Так, сколько у вас корпоративных клиентов, какое примерно количество пользователей? Дмитрий, я вам не могу рассказать про наших клиентов. Мы в основном работаем с операторами связи. Операторы связи, когда работают со своими поставщиками, подписывают массу бумаг о неразглашении информации. Это операторы сотовой связи, для них это абсолютно нормально. Что касается большой референциальной базы, то референциального клиента у нас нет. Skillber мы стали продвигать на рынок совсем недавно, когда мы поняли, что он до рынка дорос и что он может составить сильную конкуренцию тем продуктам, которые там уже представлены. Если хотите, ваша компания может стать референциальным клиентом, тогда мы предоставим вам специальные условия, и вы будете давать рекомендации о Skillber другим клиентам потенциальным. А на что можно тратить внутреннюю валюту, если нормальный каталог вознаграждений? Каталог вы видели, это магазин корпоративных сувениров. Больше песо тратить ни на что нельзя. У нас была идея, что виртуальными песо можно будет оплатить часть обучения, но это технически очень сложно сделать, потому что у песо и у статьи обучения разные источники. Бюджет. Тут встали против наши финансисты, и мы не стали их путать. А песо можно тратить только на то, что есть в магазине. Но если вам, допустим, ничего не нравится, вы можете подарить подарок другому человеку. У нас очень часто случается так, что на день рождения песо у нас дарить не принято, потому что песо у нас в основном дарятся за какие-то добрые дела. Ну, вы можете купить футболку или набор конфет в магазине и подарить его своему коллеге. А возможно ли гибкая подстройка системы стимулирования, не привлекая разработчика? Так, давайте еще раз. Возможно ли гибкая подстройка системы стимулирования, не привлекая разработчика? Дмитрий, я не уверена, что я правильно поняла ваш вопрос, но я вам хочу сказать, что мы не планируем навязывать клиентам свою кадровую и свою HR-политику. HR-политика – это очень тонкий инструмент. Кто-то очень сильно заботится и опекает своих сотрудников. Кто-то считает, что в рамках его бизнеса ему даже 30% текучки – это нормально. Понимаете? Мы не приходим учить. Мы предлагаем систему, которую можно настроить под вашу HR-политику. Если, допустим, у вас нет кафетерия, в вашем Skillber кафетерия просто не будет. Совершенно не обязательно его заводить. Но если, допустим, ваши HR планировали вот с месяца на месяц перейти на систему кафетерий, то Skillber ее уже поддерживает. Кто наши основные конкуренты в России? Об этом я говорила, когда показывала... Так, сейчас я попробую найти этот слайд. Об этом я говорила в самом начале, когда показывала, на стыке каких систем построен Skillber. Вот этот слайд. Что есть HRM-система? Это очень трудно определить. Вы видите, я даже не могу одним-двумя предложениями сказать, что такое Skillber. Да, с одной стороны, это социальная сеть. С другой стороны, это collaboration. С третьей, это human resource management система. Поэтому надо смотреть, какой у возможного конкурента набор базовой функциональности. Я, например, не видела настолько развитой карты компетенций ни в одной системе, которая позиционирует себя как профессиональная социальная сеть. Их несколько, но давайте мы возьмем, например, тот же самый Yammer, который когда-то купил Microsoft. Там нет и никогда не будет карты компетенций, это просто говорилка. А Skillber – это не говорилка, здесь негде говорить, понимаете? То есть назовите мне конкурента, и я тогда скажу, конкурент он нам или нет, потому что в понятие HRM-системы каждый вкладывает что-то свое. Слишком много функциональностей можно под это определение подвести. Что бы мы могли сами подстроить в процессе работы? Дмитрий, система кастомизируется в основном в плане справочников, а основной ее функционал дописан. Я не могу так сразу сходу сказать, чтобы вы могли подстроить сами в процессе работы. Вы можете другими товарами наполнить песо-маркет. Вы можете нарисовать, точнее мы можем для вас нарисовать другие значки в модуле отзывов и наград, если вам, допустим, не актуален супермозг, пробиватель стен и так далее.
Вы можете подгрузить другие справочники умений и навыков. Соответственно, если, допустим, у вас там аэростроительная компания, то это очень сильно отличается от IT-компании. У вас справочники будут другие. Что-то изменить глобально в полностью дописанной системе, ну, если только на этапе ТЗ и на этапе оговаривания специальной разработки, доработки. С кем можно дальше обсудить сотрудничество по продвижению платформы? Обсуждайте со мной, обсуждайте по адресу, который указан на сайте. У нас на сайте есть страничка Skillbir, у нас есть отдельный сайт skillbir.ru, там есть контакты. Там же, скорее всего, будет выложена запись вебинара, и там есть вход в демо-версию. Да, офис пряники. Ну, вы знаете, в Даофисе нет карты компетенций, это очень похоже на Yammer по своему функционалу. А пряники больше похожи на, по своему функционалу на мультик, это больше геймифицированная система, которая, ну, таких четко выраженных бизнес-инструментариев HR-у не дает. Если мы говорим про то, что сходив в Skillbir за информацией, и топ-менеджер, и HR что-то знают о своем персонале, это действительно правда. Здесь есть система отчетов, здесь есть система, которая позволяет рассмотреть каждый профиль сотрудника или профиль отдела, профиль проектной группы и профиль всей компании в целом. Вот основное преимущество Skillbir. Вы знаете свой персонал, и вы знаете задачи, которые вы с этим персоналом можете решить. Даст ли вам ли это Yammer или пряники, или Daofis, я что-то сильно сомневаюсь, правда. У них просто нет такого функционала, они не для этого сделаны. Они сделаны в основном для общения. А бюджет? Вопрос пропустили. А какой бюджет? Помогите мне найти вопрос про бюджет. Ага, как формируется бюджет на корпоративные сувениры в компании, единовременная сумма на год или как-то еще? Владимир, я нашла ваш вопрос. Как формируется бюджет на корпоративные сувениры? Это вопрос к нашим HR, я не HR. У них есть план, фактный анализ, сколько денег понадобилось в предыдущий отчетный период на сувениры. У них также есть примерная стоимость монетизации 1 песо. Если я не ошибаюсь, то 1 песо можно, ну, там, с некоторыми натяжками приравнять к 40 рублям. То есть, если вы выдаете 1000 человек по 10 песо, вы можете предположить, что если все эти песо будут распределены по сотрудникам и не сгорят, то у вас должна быть какая-то сумма под монетизацию этой виртуальной валюты. Вот, то есть, ну, смотрите сами, вы берете свой коллектив, допустим, 1000 человек, умножаете на 10 песо в месяц, получаете 10 тысяч, монетизируете это все в рубли по 40 рублей, ну, или по сколько рублей песо, неважно, какую ставку вы установите, и получаете примерный бюджет, который вам надо иметь, чтобы обеспечить сотрудников сувенирами. Ну, опять-таки, никто не знает, как будет расходоваться песо. Может быть, в этом месяце все купят кружки, а может быть, потом еще год люди будут собирать на фирменный чемодан с логотипом, потому что у нас очень любят чемоданы одинаковые. Очень удобно ездить в командировки проектным командам. Выложили на транспортер, и все 7 чемоданов одинаковых приехали. Коллеги, у нас время вебинара подходит к концу. Если у вас остаются какие-то вопросы, мы обязательно с вами свяжемся. Напишите письмо. Нет, Владимир, призовые песо в конце года не сгорают. Они в принципе не сгорают. Они будут с вами до тех пор, пока вы не решитесь их на что-то потратить. На себя или на подарки другим людям. Можете подарить что-нибудь приятное генеральному директору. Между прочим, у нас топ-менеджмент очень любит подарки, но дарят им редко. И мне как-то говорили, что они даже немножко недовольны этой ситуацией. Надо будет что-то подарить.
Я еще раз вам хочу сказать, что мы готовы и после вебинара отвечать на ваши вопросы. Я вам могу дать свой личный e-mail, могу вас отправить к специалистам по кадровому администрированию или по HR, в зависимости от того, какой у вас будет вопрос. Вот мой e-mail, пожалуйста, пишите, мы ответим на ваши вопросы. Коллеги, вебинар, запись вебинара и материалы будут выложены в открытый доступ. Мы об этом вас проинформируем через мою рассылку дополнительно. А в целом, просьба, посещайте наш сайт, следите за нашими новостями и событиями. Мы регулярно проводим разнообразные мероприятия, в том числе и вебинары. И оставайтесь с нами, будет интересно. А теперь спасибо за ваше внимание и пожелаю всем вам успехов. До свидания. До свидания, до новых встреч.